Цитирую. «Подобно вашему небесному покровителю, свою жизнь вы посвящаете проповедованию христианства, идеалов добра и справедливости. Вы являетесь для каждого из нас примером мудрости, глубокой духовности и милосердия. Сегодня мы вместе с вами, ваше святейшество, горячо молимся о том, чтобы в братской Украине все, кто стреляет в друг друга, разрушает дома мирных жителей, убивает своих земляков, вспомнили о Боге и прекратили насилие». Конец цитаты. Губернатор пожелал патриарху душевных сил, стойкости и крепкого здоровья. Отмечу, что именно в этот день отмечается День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, основателей первой славянской азбуки. В России праздник известен больше как День славянской письменности и культуры.